Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в нашу новую серию в нашем замечательном сезоне «Летняя авантюра». И мы продолжаем играть на сервере. И, ребята, смотрите, я продолжаю играть вот тут. Опа! Вот, не, ну действительно, многие мне говорили, что, мол, Эдисон, не у... Там... Это прям, знаете, какой-то... Это прям, знаете, какой-то хоррор. Я такой лежу себе. Опа, оборачиваюсь. Еще портал выпал. Нифига себе. Перед тем, ребята, как что-то говорить, я еще раз скажу, что действительно вот эта хрень полезная. Кто мне говорил... О, сейчас, давайте. А то там я вижу, там проход есть, и вот эти всякие монстрики сюда проходят. А это уже вроде последний этаж или... Или там еще есть. Нет, это вроде уже последний этаж, ребята. Но все же нужно закончить до конца, проходить этот данж. Потому что мне многие сказали, мол, Эдисон, постарайся пройти этот данж до конца. Потому что чем дальше ты будешь в него спускаться, тем круче там будут ресурсы. И давайте перед тем, как я объясню, откуда я еще ресурсы добыл. Вот действительно спасибо за вот этот мод, потому что он действительно полезный. То есть можно вот так, смотрите, спрятаться вот тут и все. Они нас даже не трогают. Там... Опа, ну вот эта шмакодявка нас будет, потому что она такая мелкая, что пролазит. А вот эти можно тут сидеть, и плюс к тому даже можно опыт себе фармить, потому что, смотрите, нас даже никто не сможет тронуть. А, итак, давайте где-то вот я сюда поставлю это вот так. Нас никто не может даже, ребята, тронуть. Поэтому в какой-то степени это даже клево. Это вроде сильно уже последний этаж. А, и смотрите, я немного себе... Вот этого камушка добыл, для того, чтобы потом, мне же дороги нужно будет, дома строить и вот это все. А зачем тратить ресурсы, если можно вот сюда прийти, просто его вот так подобывать, да и все. Даже тот же глоустон. Вместо глоустона поставить факел и все. И все, ребята, смотрите, у нас есть ресурсы, которые мне необходимы для того, чтобы потом себе домик классненький построить, дорогу и, в принципе, вообще все вокруг нашего дома. Вот просто-напросто вот эти повыбирать, да, вот эти замшелые, короче... Камни мне не нужны, потресканные тоже мне нужны, эти тоже мне не нужны. В принципе, действительно, будет прикольно. Так, я сказал, не нужны, случайно добыл. Еще портал выпал, это, ребята, охренеть просто. Откуда я взял вот эти шмотки? Два шлема и вот это. Ух ты, ни хрена себе, насколько они крутые. Ну, давайте я пока что сниму их. Знаете, откуда я их достал? А вот тут с монстров на вот этом Опа, ночь наступила. Я достал их с монстров на вот этом последнем этаже. Знаете, с каких? С войд каких-то матерей всех матерей, какие-то войды. Войды трехголовые. Я с них достал вот эти шмотки. Точнее, я их убивал, да, они на меня агрились, я их убивал. И вот с них мне повыпадали вот эти все шмоточки. Тут на последнем этаже, ребята, опа. На последнем этаже очень, я тут вижу, сильные противники есть. Я добываю вот эти ресурсы и одновременно их трачу, потому что мне нужно закрывать вот эти стеночки, чтобы монстры не прошли. Но, в принципе, прикольно, прикольно, потому что... Опа, стоять. Потому что я много ресурсов уже тут добыл на этом этаже. И действительно, вот смотрите, даже вот еще одна комнатка с алмазами. И сколько у нас? 24 алмаза, и я даже себе сейчас изучу. 61%. Я просто умер, и вот это все сбросилось, и нужно сейчас заново вот эту хрень всю изучать. Умения, да, но вроде уже это поправили, да, то есть сейчас, когда умираешь, умения не пропадают, вроде это уже поправили. Я ему по 8 урона бью, ребят, это круто. Опа. Удалили, к сожалению, Tinker Construct, ребята. Я знаю, что это был прикольный мод, и вы бы хотели, чтобы я покрафтил. А нет, это не последний этаж, там еще есть. Насколько там много вот этих этажей? То есть многие хотели, чтобы я поиграл с этим Tinker Construct, но, к сожалению, ребята, не получится, потому что, ну, там уж прям чересчур было много дюпов, багов, и любой игрок мог прийти просто-напросто дюпнуть себе, можно сказать, какую-то любую даже шмотку. Это было бы не круто, да, то есть... Это бы было не круто, если бы любой человек пришел и дюпнул себе вещь, любую, которую бы он хотел. Это действительно было бы, ну, не очень, согласитесь, ребята. Так, мне вроде говорили, вот, Эдисон, зачем ты ломаешь спаунеры? Ребята, мне опыт нужен. Нахрена мне вот эти спаунеры, то есть что они мне дадут? Ух ты, вот с этих я повыбил шмотки. Дропни, пожалуйста, какую-то шмотку, чтобы ребята не думали, что я считерил их, пожалуйста. Вот, Mother Void Walker.
Вот, из этих я выбил, но сейчас с них ни хрена не выпало, к сожалению. Может, мы еще встретим, но лучше бы не встречать, потому что вы видите, что они очень, очень жестокие, и встречать бы их не хотелось. У них 80 жизней, ребята. Unbreaking. Но для таких случаев давайте лучше вот этот меч приготовим, потому что вот этим мечом их, что у нас сейчас в руках, очень долго их убивать, и за тот период времени, что мы их долбасим, они уже бы нас убили, наверное, много раз. Так. Опа, нормально. О, намного быстрее. Фу, давайте быстренько добудем. Уголек нам тоже нужен. Это не последний этаж, я, если честно, даже не знаю, сколько вообще тут этажей. Сейчас посмотрим. Просто, знаете, тоже заканчивать так, проходить этот данж, когда мы его даже до конца не прошли, не хочется. Так, ну вроде все, вроде все, вроде все тут есть. О, там еще спавнер есть, можно его сломать. Спавнерок, спавнерок. Опа. Клоун, клоун, клоун. Еще? Ни хрена себе, ребят. Ай! Сейчас, сейчас. Это еще какой-то портал. Сейчас, дайте я разрушу вот этот спавнер, чтобы никто не заспавнился. Сейчас, а то видите, их тут очень много. Ух ты, этим вообще по 12 урона. Сейчас, ребята, дайте-ка я заберу то, что мне отсюда нужно. Это еще какой-то портал. То есть первый портал, который я дропнул, был фиолетовый. Я их дропнул у себя на горе, когда я там строил дом, ну, хотя бы планировал, где он будет. Я дропнул с кого я дропнул? С Маджики, вот. Дропнулись две штучки портала. В предыдущей серии мы дропнули портал с этого же клоуна. О, нет, давайте не тут. Так, уже урон наносится вроде, поэтому давайте мы пока что тут... О, там еще этажи есть. Опа. Да ваша мать. Я дропнул портал с этого... С этого клоуна, да? Я с него дропнул портал. Ой, иди сюда. Вот видите, уже наносится урон. Так, сейчас. Я дропнул, и он был какой он был? Он был желтый, да? И вот на начале этой серии я тоже его дропнул. То есть я дропнул еще один, но это был уже не желтый, а был какой-то темноватый желтый. Но я как-то не обратил внимания, темноватый желтый. Ну ладно, то есть тот же самый портал, и нам, в принципе, он уже не нужен. Я уже так сказал. А, еще два портала нам не нужны. Дадите вы в жопу. Да охренеть вы... Так, ладно, давайте вылечимся. Так, сет варп. Нет, данж. Данж, вот так. Варп данж. Чтобы, если что, сразу сюда ты пехнуться. Вот с этих я дропнул. Иди-ка ты сюда. И то есть, ребята, смотрите. Я такой даже не обратил внимания, то есть, а? Зачем? О, вот видите, ребята, я не соврал, вот ботиночки выпали. И то есть я такой, а зачем, если у нас уже вот это есть? А сейчас такой смотрю, опа, мы еще дропнули, такие же два портала, как в предыдущей серии. Опа, это что такое? Ага, один портал, ага, второй портал, ни хрена себе, два портала, еще два портала разных дропнул. То есть, ребята, мы еще сможем еще в один мир клоуна пойти, да, вот этот желтенький. И также мы еще сможем пойти в мир вот этот, зелененький такой, да, цвет поноса, можно и так сказать. И это круто, ребят, это круто, много порталов. И вы мне посоветовали, чтобы я сначала шел в мир... Опа, еще алмазики. Это много опыта, это круто. Чтобы я шел в мир вот этого. Так, давайте сначала поубиваем монстров, чтобы нас тут... Чтобы я сначала шел в мир клоуна, потому что мне сказали, что в тот мир, что ты пошел, он как бы тоже не очень сильный, но ты очень быстро... Твою мать. То, что ты очень быстро туда пошел, и как бы, ну, там... Будут тебя там убивать, можно и так сказать.
А вот этот мир клоуна, он вроде как бы самый начальный мир, самый такой простенький, легенький. Поэтому мы туда сможем простенько пойти и, мне кажется, даже нормально облутаться и нормально там насобирать себе вещей. Вот эти алмазы, ребята, вообще охренеть, смотрите. У нас уже 47 штук, плюс 48 вроде. Плюс тому... Ой, сейчас. Плюс тому, что и дома у нас еще куча вот этих алмазов, которых мы в предыдущий раз затащили сюда. Так. Фу. Ух, вашу мать. Я не хочу вот этих убивать, они очень жестокие. Включили уже наконец-то вот этот... Опа, давайте заберем. Включили вот этот урон от... От огня и... Опа, это что нам дало? Включили урон от огня, и сейчас они, если честно, опасны. Если мы раньше могли просто-напросто напролом на них бежать, и они нам урон не наносили, то сейчас они уже наносят урон, и не хиленькие, как вы видите. Так. Вот так, 69%. Как сейчас, знаете, ой, нужно до максимума. Нужно до максимума улучшить вот эту хренотень. Сначала нужно до максимума улучшить, чтобы урон был, ну, на максимум, да, чтобы даже с обычными такими мечами мы наносили как можно больше урона, а чтобы с большими мечами вообще охренеть, как можно урона наносили. А потом уже улучшать вот эти, чтобы быстрее копать и всякое такое. Это тоже полезно, но сначала на урон будет намного полезней. Как думаете? Я надеюсь, вы со мной согласны, потому что, ребята, это так оно и есть. Так кто там, нахрен, столько в нас стреляет? Опа, покушать можно будет, если что. Так, мы тут уже были, тут мы уже пробили. Ребята, это можно с ума сойти. Это можно с ума сойти. То есть в этом моде, вы мне, если честно, правду говорили, что в этом моде алмазы... Это какашка. Я согласен с вами, потому что вы сами видите то, что у нас куча алмазов с этими данжами, и, в принципе, они даже нам пользы не дают, потому что все, что нам пользы сейчас от этих алмазов, то, что красота, да, то есть, мол, мы нашли кучу алмазов. А то есть, то, что мы нашли кучу алмазов. И плюс тому то, что у нас опыт идет, да, с помощью опыта мы можем прокачивать вот это 74%. Только вот это, ребята, только вот это вся помощь, что нам сейчас идет от этих алмазов. Больше помощи нету от них. И, в принципе, знаете, что еще я вот так подумал? Опа, там нет, туда мы не идем. Давайте спустимся. Ух ты. Вот я забежал охрененно, да? Фу, так, set warp dunk, вот тут. Нужно каждый раз сохраняться, это у нас будет, ребята, как какой-то мини-мини... Как это называть? Чекпоинт, вейпоинт, да? Вот так. Ну идите сюда, паскуда. Идите сюда, сейчас мы себе опыта нафармим с вас. Сейчас мы себе опыта с вас нафармим и... Так, опа. Да, ребята, 78%. Это круто. Так, главное, чтобы нас вот этот призрак не запалил. Так. Все? Ладно. Это. Сейчас. Дайте вот так. Ага. Это нам тоже нужно, чтобы дома себе вот это сделать. Как думаете? Мне кажется, это будет полезно. Вот так. Фу. Там у нас что-то есть еще. Опа. Угу. Я просто, ребята, молчу, немного сосредоточен, чтобы нас не убили и чтобы мы могли вот это все пройти. Опа, вот с этих ребят я выбил. Ну, так, в принципе, вы уже сами видели, да? И почему-то, знаете что мне напоминает вот это? Смотрите на ихнюю башку. Он у нас обойти решил? Да нет, вроде. Смотрите на его башку. Мне одному напоминает вот это. А, вы уже, наверное, не видите. Персонажи из Лего, да, то есть Лего вот этих персонажей, да, вот такая прям башка квадратная, и на башке такая кругулька, как будто вот это впихается, да, куда-то. Вроде так, мне почему-то вот это напомнило. Так, забираем, больше нам ничего тут не нужно, там клоунов, как всегда, в принципе, куча. Угу. Мне кажется, мы даже до конца вот этот данж не пройдем. Хоть и нужно, как я уже сказал, то, что мне сказали люди, мол, Эдисон, пройди данж до конца, потому что чем дальше, тем лучше вещи.
Ну, как вы видите, ребята, тут вроде данж вот этот бесконечный нафиг. Мы вроде ходим, но никак не кончается. Поэтому, если вот так и будет, что он никак не будет кончаться, то мы вообще, наверное, до конца сезона только вот этот данж проходить нафиг будем. Мне почему-то вот так кажется. Ух ты! А я думаю, кто меня еще дубасит там? Так, еще сейчас тень появится или нет? Опа, опа. Так. По сути, еще тень должна появиться или нет? Ну, это, наверное, только с некоторых. Ага, ну, видите, мы тут... Ух ты, ни хрена себе. Они между... Да, между друг с другом бьют. Друг с другом, да? Бьются, потому что это как будто... Это как будто... Вот эти скелеты, да? То есть... Они друг друга ударили и дальше будут дубаситься. Ага, вот так, замечательно. Я не знаю, почему это сделали, это же вроде в инвентарь твой не запихивается, но почему-то нужно иметь свободное место, чтобы поднять вот эту хрень. У меня опять карта пропала, ребят. Я не... Как карту включить? То есть она у меня иногда пропадает, я не знаю, что я нажимаю. Карта пропадает и все. И то есть я ее не могу восстановить, потому что она уже как будто... Ну, не как будто, она пропала. Вот видите, сейчас ее нету внизу экрана. Опа. Так, ладно, сейчас залагало. Я просто, знаете, смотрю, какая высота. Это вроде 15-я высота. И это вроде финальный... Ну, так, давайте еще раз. Set warp. Warp tap. Ага. Ну, чтобы, знаете, чтобы если мы даже умерли, потому что это как бы финальный этаж вот этого данжа. Спасибо тем, кто не облутал этот данж с предыдущей серии, потому что игроки, которые тут играют, просто-напросто могли бы прийти на эти координаты и напросто убить, не убить, а залутать этот данж до конца. Хотя, мне кажется, эти данжи не такая прям и редкая, чтобы не дать мне залутать его, да? Лимонайт. Ну, я знаю, ребята, честно. Что вам сказать? Выкидывать какие-то шмотки ради этого. Пластинки мне нафиг не нужны. Мне не писали, мол, Эдисон, почему ты не взял пластинки? А нахрена они мне? То есть, что они мне дадут? Украшение дома будет, что вот у нас пластинки, а больше смысла я не вижу. Так, опа, вот это полезно, только у нас места вообще нету. Ладно, не будем сейчас, опа, сейчас. Не будем, да вашу мать, да кто меня столько дубасит? Опа, не будем мы очищать новый слот для того, чтобы взять нижние полки. Лучше мы сами потом скрафтим. Как думаете? Так. Ну, ладно. Это сейчас нужно. Потом, если что, опять вернемся. И заберем. Опа, покушать. Перекусить. Так. Потом, ребята, если что, вернемся. Какой у нас уже? У нас уже 12 уровень. Сейчас мы даже, может, что-то и скрафтим. Не скрафтим, а изучим какие-то новые умения. Так. Давайте посмотрим. Ну вот, 105 умений, 157 нужно, ага, на следующий уровень. Ну, понятно, что чем дальше, тем больше оно будет расти, это логично. Но у нас уже практически докачано до фула. Это, ребята, последний этаж, как мне кажется. Опа. В принципе, только потому, что дальше этажей нету. А, нет, ни хрена себе. До скольких тут вообще вот эти этажи будут? Ребята, как думаете, до скольких тут? Сколько? Вот сейчас прям напишите, не перематывайте видео в конец, а просто-напросто предположите, сколько тут еще будет этажей? Вот сейчас это уже 100% последний должен быть. Опа. Ну, только потому, что дальше уже некуда. Это какая высота? Да ударь ты его нафиг. Это какая вообще высота? Опа, от этих нужно закрыться, чтобы они сюда не пришли. Какая это вообще высота? 10-я. Ну, я не знаю, ну, делать данжи дальше, это вообще, ребята. А так мы можем просто-напросто сейчас. Хоум. Мы можем... Так, главное, чтобы тут... Перчик уже наш дома, ребята, смотрите, уже сторожит наш вход. Я же, ребята, что-то затупил. Мы же просто-напросто можем быстренько домой сбегать, вот это все выложить, да? И все, и заново туда пойти. Я как-то туплю. Я туп, вы мне, ребята, вообще не помогаете. Хоть бы сейф. Варп. Данг. Я не знаю, почему данг. Хоть бы вы мне помогали советами, мол, Эдисон. А ну, действительно, сделай вот так. Почему ты так вот так, ну, ты не делаешь?
Не, никакой от вас, ребята, помощи. Не, ну я, конечно же, на вас не наезжаю, просто, знаете, я сам иногда забываю вот это. Вот, смотрите, башка от Лего, мне почему-то так кажется. Сколько у него там еще жизней? Вот. Ну, пропадай вот эта хрень. Зачем я пошел домой? Хум. Так, давайте быстренько опять домой. Смотрите, нам нужно вот это взять, вот это, вот это взять, потому что наша бронька... Варп данк. Наша бронька железная уже скоро сломается, поэтому нужно бы взять вот эту хренотень. А, в принципе... Так, нужно бы ее уже взять. Так, ну, тут пока что я никого не вижу, тут вроде безопасно, поэтому мы можем быстренько вот это все забрать. Сколько там еще осталось процентов, чтобы докачать уже наконец-то до максимума наш урон? Сейчас я посмотрю. 82%, еще 18%, ребята. А сколько у нас опыта? У нас 152 опыта. Ну, уже практически. Уже почти. Если найдем еще одну комнатку с алмазами, то может... Нет, не докачаем еще, конечно же. Но все, будем стараться. Будем стараться вот это докачать как можно быстрее, потому что это полезная хрень. Опа. Фу. Прям прижал нас нафиг так. Вот, смотрите, у нас уже больше, чем стак алмазов, что уже даже не залазит в один и тот же стак. Так, вот. Но я надеюсь, что больше тут этажей не будет. Ну, хотя, как надеюсь? Это круто, что тут есть этажи, потому что это как бы данж, и можно... Ой. И можно облутать, но все же тоже меру нужно знать. Так, сейчас. Вот так. Уведитесь, опа, прям... Хренакнул так ему. Вот так. Замечательно. Сейчас мы это быстренько разрушим. Это нам нафиг не нужно, как я уже ранее говорил. Тут тоже ничего. Редстоун нам не нужен, так как Тинкер Констракта уже нету. Его уже удалили. Поэтому больше нам этих ресурсов не нужно. Ни Редстоун, ни Лазурит. Это нам уже просто-напросто... ну, не нужно будет для крафта. То есть бесполезно. Это у нас уже есть, ребята. Не смотрите. То есть, ну, чаровалка у нас уже есть. Видите, как тут много чаровалок в этом последнем этаже. Да, в принципе, нет, это, наверное, рандомный спаун, да, то есть. Но все же. Охренеть, сколько тут скелетонов в этом последнем этаже. Это прям охренеть. Офигеть! Но они не успевают закончиться, потому что мы прям форсаж, знаете, какой-то. Прям жестокий, особо опасный. Даже не даем им заспавниться. Так, тут никого. Вот. Опа. Ничего. Пучу. Лучше мы туда пихаться не будем. Они нас быстренько заколбасят, если честно. Поэтому лучше нам туда даже не суваться. Вот. Опа. Нифига себе, я хотел найти другую ку. Мы нашли стандартные алмазы. Не в данже, ребята, а мы нашли обычные алмазы. Офигеть просто. Это нам как-то повезло с этими алмазами, потому что мы их обычным путем нашли, да? Вот спустились в шахту и нашли. Охренеть. Вот так. Ага, ну тут ничего нету. Я думал, тут что-то будет, но ничего. Мы обычным путем алмазы нашли. Это просто охренеть. Ну ладно, сколько у нас алмазов? 64 и 6... Охренеть, это... Ребята, у нас там уже столько алмазов, что это с ума можно сойти. Так. Где птички? Рестарт сервера через 10 минут, нужно успеть закончить. Но вроде все, вроде я тут больше ничего не вижу. Вроде все. Вроде, ребят, это уже конец, потому что дальше уже некуда. Хотя они могли еще где-то запихнуть вот эти данжи, но... Это было уже чересчур, да? Тут много этажей, потому что тут идет практически до последней высоты, да? Можно и так сказать. Тут идет практически до последней высоты. Давайте уже, в принципе, вот это соберем. Может пригодиться. Охренеть, у нас уже опять фул вот этот. Это можно тоже выкинуть. Это можно... Что можно выкинуть? Ребята, что можно выкинуть? Вот это можно выкинуть. Вот так. Что еще можно выкинуть? Чтобы потом, знаете, не возвращаться сюда еще по 10 раз. Вот так. И тут я вроде еще видел. Да, еще видел. Вот так, бутылочки, эту хрень можно взять, ага, тут еще одна хрень, ну и вот это можно выкопать. А в принципе все, мы уже возвращаемся, то есть рестарт сервера уже сейчас будет, а мы уже будем возвращаться, вот так.
Ну, в принципе, это нам тогда тоже не нужно. Нафиг не нужно. Все, это последний этаж, ребята, тут больше ничего нету, мы возвращаемся домой. Офигеть, ну, наконец-то мы прошли вот этот данж, это офигеть было. Почти до последнего уровня. Так, ну, можно поспать, никого на сервере нету. Так, давайте я сначала просто-напросто очищу инвентарь вот от вот этого всего, да? Это сюда, это сюда. Это тоже сюда, это тоже сюда. Замечательно. Так. Фу. Данжик был крутой, но больше туда не стоит ходить, потому что это затягивается, как вы сами видите, на две серии. И во-вторых, там мы, в принципе, можем хоть и добыть нормальные вот ресурсы. Вот видите, мы, конечно, сета не добыли, мы выбили три шлема, один нагрудник, одни ботинки, но ни одной поножи, да, то есть штанов. Это очень плохо, то, что мы вот это не выбыли, выбили, да. Потому что это бы нам тоже помогло, и у нас бы был, ну, можно сказать, full set. Зато у нас уже урончик на 91%. Это круто. Перчик, ты там охраняй. Опа. Это кто нахрен? Гоблин? Грант. Грант. Это прям как в ходячих мертвецах. Грант. Так, ребята, знаете что? Давайте вот это рассортируем. Это что у нас? Аметист, да? Аметист. Ой. И мы, наверное, возьмем вот этот клоунский портал. Где он? Это поставим сюда. Это поставим сюда. Так, давайте сначала поставим на пережарку вот это все. Это сюда. В принципе, за это нам плюс опыт дает, то, что мы можем изучить разные умения. И плюс тому, вот у нас что-то вот тут изучается, вот этих самых умениях вот этого мода. Мы возьмем клоунский портал. И, наверное, в следующей серии, ребята, мы туда пойдем. Смотрите, сколько у нас алмазов. Это охренеть просто. Это просто охренеть. Лимонайт. Ага, ну, наверное, в другой портал мы возьмем вот эту броньку, хоть... Она вообще как-то крафтится, или мы ее просто выбьем? Нет, ребята, она вроде даже не крафтится. 14 урона, 10%... 10% шанса застанить противника, это охренеть. Так же, как и лук клевый. Ну, ребят, это круто, потому что, знаете, вот именно сейчас я вам поделюсь своим мнением. Вот именно с этими модами на вот эти умения разные, где вот эта менюшка включается, это очень круто, потому что это придает еще больше RPG, ощущение RPG вот этому сезону. Ну да, вот эти все мобы, вот эти все порталы, вот эти все данжи, которые мы делаем, это как бы тоже RPG сезон, можно сказать, в принципе, это само по сути RPG, можно и так сказать. Но вот эти умения, как бы, что еще изучаешь, да, в любых там MMORPG, ну не то что MMORPG, ну, в принципе, во всех RPG есть такое то, что ты можешь изучать различные умения. И, как видите, мы и тут можем изучать различные умения, и это круто, потому что мы можем изучить вот это все, и оно еще больше придает ощущение RPG, да, в этом сезоне. И плюс еще вот эти умения самого мода. Хоть у нас вроде и изучено 1 на 8, 1 на 3, 1 на 8, 1 на 5. И там, где кирочка такая, больше, чем наполовину хотя. А вот все остальные я не представляю. Я там вижу какие-то музыкальные пластинки. Это может слушать музыку, допустим. Да, это будет. Я там вижу еще мешочек с монетами. Это, наверное, с торговцами, да, торговаться. Они тебе что-то продают, и это улучшается. Ну, картину какую-то вижу, или что это, вижу какие-то четыре такие хрени, да, которые так вот впихаются и снизу вот так, около кирки. Вот тут где-то, ребята, если вы видели, где я показал. И вижу слева от кирки какой-то жук или что это, хрен его знает. Ну, ребята, мы, может, потом это сможем все изучить, это кто у нас там, ага. Нам бы лук какой-то нужен, потому что он очень полезный будет. У нас вроде сколько там стрел у нас есть? У нас есть 19 стрел, и тут 2 стрелы. Не так уж и много, как я предполагал. Это мы возьмем, но все же кремния у нас нету, чтобы скрафтить. Лимонайт. Я не знаю, честно. Так, это сюда, это возьмем. Это мы починим хотя бы чуть-чуть. Это мы возьмем. Вот видите, что-то у нас там изучается, уже 9 уровней вот той хрени. А мы что-то сможем изучить? Ну, 179. Ладно, ребята, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Чем больше лайков наберем, тем быстрее выйдет новая серия. Не забывайте вот это. Если набираем 500 лайков на этой серии, хоть прям
хоть через пару минут сразу же выходит новая серия. Вот честно, ребят, не верите, а вы поверьте, то, что сразу выйдет новая серия, как в принципе не только в этом сезоне, а во всех остальных, даже в прохождении игр, если мы набираем какое-то определенное количество лайков, сразу выходит новая серия, честно, ребята. Фух, как-то мне жарко, охренеть, тут такая жарище. Оставляйте свои комментарии, не стесняйтесь оставлять комментарии, я читаю каждый ваш комментарий и также буду стараться ответить на каждый из них. Поэтому, ребята, не стесняйтесь, пишите, что вы только хотите. Вступайте в нашу банду перцев, не забываем в нашей банде, ребята, БКП, конечно же, тоже пишите в комментариях. И всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.